Ну что ж, добрый вечер, уважаемые зрители. С вами Рухаб, и это The BTS Series Euro Cup номер один. У нас второй игровой день. Сегодня состоятся два матча, как, в общем-то, и вчера. Печеньки Cookies играют против Team Spirit, а также команда No Logic Gaming сыграют с Danish Beers. Ну и комментировать для вас будут матчи Maelstrom и Smile. Привет, Володя. Всем добрый вечер. Ну, собственно, начнем с не самых приятных, наверное, новостей. Как оказалось, кэрри, юного кэрри команды Spirit еще до игры задедосили. Вот такой вот у нас жесткий подход к команде Spirit у некоторых недоброжелателей. И в итоге, ну, матч, собственно, и задержался из-за того, что они искали замену. Найти замену было непросто, потому что очень много команд, из которых обычно берутся эти замены, играют на турнире. Ну и, соответственно, по правилам такого делать нельзя. Брать игрока из другой команды, заявленной на турнир. Но нашелся Зара, который будет выступать на этой позиции, который в последнее время часто залетает, в общем-то, на роль стендина в ту или иную команду, и попытаются вместе с ним сейчас одолеть команду Cookies. Ну а про команду Cookies я особо, честно говоря, сказать много не могу. Сереж, может, ты сможешь как-то пролить свет, но я только Стив Стайла знаю никнейм. Ну, микс такой шведский, не из пабликов, там, Слик. Есть, ну, парочку игроков, которые, да, вот известных, Стив Стайл и Скиллз, вот, который на пике у них стоит. Вот этот Мейтрейк Джимс, это и Скиллз. Угу. Знаешь такого игрока, может? Да. Ну, вот это раз, он. Как раз это вот что-то из вот этих вот шведских миксов в стиле, там, 4 друга Чрили, и кто-то у них еще был какой-то микс, вот как раз-таки я, по-моему, оттуда. Ну, посмотрим, что они покажут. Конечно, ну, вы видели все на своих экранах по поводу ставок. Сейчас мы покажем вам еще раз эти коэффициенты замечательные. 1.1 на команду Team Spirit и 3.9 на Cookies. Ну, понятно, что Team Spirit являются явным фаворитом. У них стрик из огромного количества побежденных, выигранных матчей. Там я уж даже не знаю сколько. Именно не вот игр, а именно матчи. Можно, конечно, посчитать, но это там просто... Там прилично. Нереальное, да. И причем из них там и Secret, и Virtus.pro, и кого только не было. Ну и, наверное, самую главную для себя победу они одержали над командой Elements вчера как раз-таки в финале квалификации на Mars Dota Лигу. Да, там заруба была дикая вообще. Да, там 3-2 было. Сегодня со Старками уже сыграли, 3-0 их довольно-таки легко разнесли. Ну и, собственно, сейчас у них вот Cookies. Несмотря на то, что кэрри нет, они являются все равно явными фаворитами. И что интересно, Cookies будут играть через Мишку. На самом деле, на одну карту можно заливать, на самом деле, на Cookies, потому что это пока еще непонятная версия. Я думаю, команды не все изучили. Тем более, вот этот новый апдейт вышел, 6.86b, когда вот ввели этих героев всех, и думов опять вернули, и лондруидов там. Очень, очень жестко будет, мне кажется. На одну карту ставить можно, тем более с таким коэффициентом 4. Я думаю, можно где-то подняться. Ну да, и в общем-то все-таки без кэрри какие-то шансы есть. Но забирают Винку, вообще такой стандартный набор под современный стиль. Это Чен плюс Винга, мы уже очень много раз видели Вингу в последнее время. Невероятно толстый кэрри, с ее новой прибавкой к агилити, ее просто невозможно убить. У нее очень много армора, она очень больно бьет с руки. Мне кажется, возможно, ее даже как-то фиксанут в ближайшее время, потому что какая-то, ну, какие-то слишком серьезные статы. Спылы, конечно, у нее не самые жесткие, казалось бы, ну, в плане каких-то вот нет у нее там суперстанов или чего-то такого, но зато, если подумать, то у нее очень хорошая аура, у нее террор, который облегчает и Рошана забирать. Вообще, очень часто обговаривали вот эту тройку героев, что она может заходить под пуш как раз. Ну, Галак любит такое что-то, быстрое давление, и вот эти три героя, они вообще идеально заходят. Будет это Венга с Макшен Аурой, будет Чен с своими крипами идти, там, с Мекой, аппарат в бане, и Дум будет тоже под каким-то волком, там, ну, или какого крипа он там захочет взять, в принципе, они там все сейчас хорошие. Вот, это будет жесткий подпуш. Я думаю, Галак будет дальше набирать сейчас что-то из этой серии. Жалко, вот Шадоу Шамана забанили, он тоже идеально сейчас заходит под такие пики. Ну, вообще какое-то абсолютно нереальное количество сумонов, потому что Венга сейчас играется чаще всего через Доминатора, если это кэрри Венга. Она может взять себе там ледяного огра, Дум съесть волка, а Чен набрать просто жирных крипов, и получится огромное количество аур. И забирают еще и Спиритбрейкера. Ну, еще это один.
доминатор, который 1400 хп, по-моему, дает крипу. Да, сверху. Да. Он, ну, он получается толще, чем ченовские крипы. Но в любом случае, на самом деле, здесь вот именно ауры очень сильно влияют. Ну что ж, Spirit Breaker это будет герой, который, ну, очень хорошо будет против баунти заходить, можно за ним носиться, если он где-то спалится, с просветкой бегать, осложнять ему жизнь. Ну и плюс ко всему как-то нападать, и в целом довольно толстые герои, опять же, под пуш. Ну а Кукис попытаются, видимо, как-то разводить. Я, честно говоря, даже пока что не знаю, как они будут играть со своими вот этим медведем. Медведя я в новом патче вообще не видел, да и давненько его в принципе не видел. Ну да, как-то сейчас тут будет жестко. Тут Мишка будет непонятно. Вообще, я его не видел еще ни разу, кажется, в этом патче. Да, в новом, ну, как раз добавление. Там буквально пару дней прошло. Savage Roar этот, который дает ему мув спид. В общем, интересно довольно посмотреть будет. Но пока я не вижу, как вот за счет чего они вообще собираются. Такое ощущение, что Баунти просто будет бегать за Ченом. И его это, ну, для него это задача номер один. Это вся... Ну, Баунти потому, будет что бегать за Ченом, да, не давать ему левела, голду, там, получать с этих крипов, вообще контролировать его ганги, выходы. Ну, Габалак, он будет бегать с определенной минуты кулачком. Он просто будет собирать всех своих ребят, просто будет идти ломать Теора на халяву, потому что противопоставить пока нечем. Получение там 6 левела и быстрые меки. От спама вообще никого нету, кроме Кольца Разора и фейтболта Рубика. Просто будет идти и ломать. Их очень трудно будет пробить. Кукисом одно остается. Как-то начало выиграть просто в салат, чтобы как раз Баунти Хантер быстренько получил свой 6 левел, трек. И убивать под этим треком, зарабатывать преимущество, денежку. Да, ну и собственно... То, как играет сейчас Чен, в основном он, конечно, не фармит, а именно бегает. Здесь Баунти будет роль живого варда исполнять. Ну и посмотрим на последний пик. Пока что у нас есть вот два кор-героя таких явных. Это Разор и Лундруид. Но непонятно, кто из них на какую линию все-таки отправится. И Банша. Это просто обида новых героев. Да, это какой-то ответный пуш получился со стороны Кукис. Ну, очень хорошо то, что есть АОЕ, конечно. Банша может здорово своей волной спамить, плюс плазмофилд Разора. Это то, что может хоть как-то бороться с крипами Чена, Венги и вообще с этой всей массой огромной. Ну да, спам нужен был. Вайда не хватает нам как раз, чтобы все герои оказались у нас тут. И Дум, и Лондроид, и ДП. Вместо Баунти, да? Да, кого там добавили, по-моему? Дума добавили, Вайда добавили, ДП добавили, Лондроида. А, Винтроверна еще вот не хватает, да. Виверну как-то вообще забыли, несмотря на то, что вроде как-то брали ее, брали. Вот ее на пару дней выключили, и все забыли про этого героя. Когда вернули, уже никто не захотел с ним играть. Без нее как-то обходятся. Ну, очень-очень хорошие пуши стали пропагандировать команды. Именно на этом нацелились. Так, ну что у нас? Да давно пора, про то надоели. Эти все одни и те же герои. Баня, пора, ты пуш. Все. Бешеная белка Лондроида. Да, у меня что-то черный кран. О, меня выкинуло. Вот оно в чем дело. Сейчас мы вернемся. Что, пока пройдусь по героям. Габлак играет на Чене. Зара, Керри, Vengeful Spirit, Айсберг, Мид, Виндеренджер, Олс, Вонна Флай, Саппорт, Спирит Брейкер, Афтерлайф, Вуфлини идет на Думе. И Скиллс играет соло мид, походу, на Банше. Стеф Стайл, Саппорт Баунти Хантер, Пабло Гейминг, Рубик. Эш играет на Рейзере, это будет, наверное, Керри, все-таки Рейзер. И Кизу играет на Лондриде в оффлинии. Угу. Да, я надеюсь, что мы сейчас вернемся и все сможем это сами увидеть. Давай, возвращайся. Ну, в общем, пока что... Пока что никаких там стычек у нас нет? Не-не-не, пока стычек, позиционочку все выдерживают на нижней линии. Будет война за нижнюю руну. 4 на 4 героя тут собрались. Никто так, не видит. Я думаю, может быть драка будет. Может быть драка и спина у нас тут заходит. Очень много героев. Да, тут что-то страшное. Начинает бить Баншу. Она высасывает сразу же хп. Не дает спиритбрекеру разогнаться. Очень хорошая игра от Рубика. Габлака очень прессует. Фёрстблад на Артуре. Чен умирает у нас. Очень хорошо развели. Вообще не дали ничего сделать. Еще и Зару начинают бить, здесь белка огромная. Да, у нас Баунти Хантер с Орбофеномом, так что уходить здесь надо.
Не уйти, но быстро, быстро, конечно, Один Ленга. ударчик надо сделать. Давай. Один ударчик и мишкой просветить, и можно будет подкидывать. Нет, нет, уходит. Не стали. Ну что, и в итоге у нас отличная игра. Ферзблат забрали, очень неплохо растянули. Банша вот этим своим спылом, на самом деле, довольно неплохо она себя подхилила. И очень хорошо сыграл Рубик, который поднял с, там, спиритбрейкера набегающего. Могли забрать все-таки Баншу. Так, надо посмотреть вообще на нее, что у нее тут за статы. Ну, не такой уж большой у нее дэмэдж, но примерно такой же, какой у Виндрейнджер. И... Я тут на американской доте закупы вообще дикие видел в мидл. Ты видел такой закуп? 6 фэрифайров. 6 фэрифайров? Это плюс просто 12 урона? 12 урона, плюс можешь съедать, там, как раз, если будешь приносить себе какие-то итемы. 12 урона, хорошо. Да, и подхиливаться здорово можно. Сверху у нас, конечно, непростая линия будет для Дума, там уже страдает Afterlife. Баунти Хантер пошел чекать курицу. Ну и будет здесь носиться, конечно, жестко. И медведь остался в хард-линии. Остался чуть ли не один. Но вот он чекает мишкой, и все. И, ну, вот оно в чем преимущество медведя. У него живой вард, вот эта вот огромная белка красная. 1400 хп, у которой уже... Выход у нас на мидл, на айсберга. И Рубик еще уходит, айсберг тоже не уходит никуда. Да, айсбергу здесь конец. Он пытается на развороте что-то сделать. Хотят оставить килл Death Prophet, но... Death Prophet как-то сама развернулась, по-моему, кому-то оставила. Мне так показалось. Мол, саппорты заберите, вам нужнее. Я тут и так нормально подфармлю сейчас. А тем временем погоня за медведем продолжилась. Он съедает Fairy Fire, еще один удар. Все-таки забирают его. Боже мой, как же здесь ворвались. Никакого Ой, Артур, помощи. Артур, Артур. Тоже умирает, не смог переконтролить Тауэр. Да, это не очень приятно. Медведь приходит обратно, у него есть уже у новый... У нас выход сейчас будет на флая. Будут да. его пробивать. И разгона нету, разгона-то нету. Маны нету. И флай тоже умирает. Хороший разворот. Немножко у медведя проблемы с тем, что... Хотел сказать, что у него нет мишки, но нет, на самом деле он его вызвал на базе. И сейчас пешком сюда идет. Немного ошибся здесь. Конечно, медведя бы ему здесь в драке использовать. Винга дает стан. Здесь же кентавр. Кентавра. Очень вовремя замедляет. И пошел у нас крик от мишки. Да, кстати, игра неплохо для хардлайнера, вот этот новый крик. Тем временем Разор забирает Дума с легкой поддержкой как раз-таки Рубика. Ну и что-то пока что у спиритов все не очень хорошо, 5-1. Вот эти про что я говорил как раз, эти новые герои, новые версии, вот эти лондруиды возвращаются у нас на офлинии там. Так что вот эти коэффициент 4, он на самом деле заливать можно. На Gaming Badge, да? Да, да. Нет, подожди, сейчас я тебе скажу точно. Вот так есть, на Gaming Badge, наверное, все-таки смотришь. Тра-та-та-та-та. eSport Gaming. eSportGaming.com. Да, на данный турнир у нас предоставляет нам коэффициент, ну и, соответственно, является одним из спонсоров, насколько я понимаю. Вообще, конечно, Savage Roar реально интересно, как вот он будет работать, вот этот крик, заставляющий там бежать обратно для хардлайнеров. Ну, тяжело представить. Тем временем на Windranger напали, Рубик. Со всех сторон, опять со всех сторон. Да. Должны убивать ее, наверное, все-таки. Ой, как хорошо, спиритбрейкер влетает, айсберг... Нет, не живет. Профит добила, по-моему, как раз-таки своей вот этой вот спирит сифоном. Забирают Рубика в размен, могут еще забрать Баунти Хантер, но здесь спиритбрейкеру нужно играть аккуратнее, потому далеко, что... Далеко, далеко, флай идет, теряет. Очень далеко. И мисс Ой. Нужен, Fairy Fire. Съедает Fairy Fire. Очень вовремя. А Дум сверху нас забирает даже без Дума, просто на пятом левеле. Разора? Да. Это, кстати говоря, вообще непонятно, как произошло, учитывая, что все-таки Разор может высосать дэмэдж и должен, по идее, забирать. Виндрейнджер тем временем берет инвиз. Ну, пошла у нас какая-то суперактивная игра, ой-ой-ой, здесь Стив Стайл чуть не попадает под третий пауэршот. Его бы, конечно, разорвал, у него 180 хп, 280 пауэршот сносит, но успел вовремя уйти. Так, ну и что, что опять вернемся к Мишке. Мишка на единицу вкачал Savage Roar, есть у него Рэббит, и, ну, максит медведя, естественно, здесь ничего не меняется. 1800 хп. А как у Дума работает этот Infernal Blade? Так. Ну, он просто как обычный удар с эффектом стан и дамаджа. Ну, то есть он должен подойти и ударить именно своим мечом, чтобы это все сработало. Немножко это неудобно, конечно. Но, кстати говоря, возможно, за счет него-то он и Разора там подразмял. Потому что
хороший спел. Тем временем, нападение на Виндрейнджер. Да, пошел у нас Сифон. Есть ли просветка? А просветочки-то и нет, ну зачем? Есть сентри. Есть сентри. Сентри поставили. Да, поставили сентри, и на Виндра не пытался убежать, и как раз-таки его здесь магией просто уничтожили. Ну, интересная раскачка от Банши. Сифон в двойку уже. И работает здорово. Выход у нас на ДП на миде. Есть еще стики. Ой, Дум, какой хороший Дум. Да, тут без шансов. Конечно, Кентавр не попадает станом, но и без этого Деспрофит забирают. Отличный выход от Afterlife и Always Wanna Fly. И Баншу разминают. Ну, пока что как-то вот наличие Чена не дает такого преимущества, как обычно, когда он там выходит и очень много делает. Да, он сделал пару фрагов, помог сделать, но в то же время и Баунти Хантер тут с Рубиком накручивают по всей карте. Ты сам еще два раза нафидил? Да, и сам умер там один раз от вышки, один да, раз... Стефстайла нападает у нас. Сейчас будет моментальный... Ну, нам мог бы в сторону спокойно убежать-то, чё он... Не выпадает, тут что-то Банша тоже, но должны забирать здесь Сифон и... Ой-ой-ой-ой-ой. Как мажет. Ну надо до конца, тебе на крипам надо даваться, наверное, да. Дается. Я думаю, ребята не отпустили бы. Там на стиках просто выжил Виндрейнджер. Ну, первый раз промазал своим вот этим вот своей волной, из-за этого не забрал, как-то неаккуратно играют. Тем временем нападение, ну, смотрите, что делает медведь. Он просто заставляет Бару отступать. Бара, еще одна тычка от Тавра. А корни с первого удара, 71%, давай. Как у Баратрума. Все, забирают. Мне кажется, столько багов будет еще в этой версии. Ну, конечно, вполне возможно. Уже вот есть непонятные вещи, которые, честно говоря, странно немного выглядят. Там из серии Enchantress, Рубика и Винги, вот этой новой способности Винги с Аганимом. Там может быть какая-то в теории слишком жуткая комбинация, но она довольно сложная в применении. Наверняка есть что-то и попроще. Да, ну на самом деле уже можно сказать, что Мишка вот против Бара во всяком случае и против вообще таких вот милишников его крик очень хорошо спасает. Главное успеть нажать. Да, подбегает Бара, и вот за секунду до врыва он нажимает этот крик, на Бару действует, он начинает отступать. Классная комбинация. Так, ну и что, 5-8, несколько выровняли ситуацию, однако Кукис все еще продолжают отрываться. И опять пошел Баратрум в разгон на Медведя, но у Медведя уже есть форма. И у нас Зар очень сильно приседает, на самом деле. Не, пока не работает у нас стендин, как хотелось бы, наверное. Да, на Винге довольно мало у него. Ну, вообще тяжелая тут у него игра против этого медведя. Постоянно кто-то приходит. Флай тут вообще застревает в лесах. Стоит. Боже мой, Флай. Он, интересно, специально сел в эти кусты бить этих совухов? Ну, сейчас ему все ХП разобьют. Ну, он как бы может уже давно убежать, но он сидит. Медведь вкачал тем временем мульт. Ой, медведь сейчас пойдет, найдет его. Ой, Флай. Сейчас еще корни с первого удара, смотри. И Флаю надо бежать. Да, видит Флай. Все, Флай побежал, но здесь же Баунти. Цепануть-то нечем? Не. Ну да. Тут просто Баунти его с Сюрикена убил третьего левела. Ну странно, зачем он там сидел в лесу, он мог уже очень давно убежать, не тратить все ХП. Вообще он в другую сторону мог убежать, я не знаю, зачем он убежал на линию. Мог бы в сторону меда побежать и там дальше как-то вот так вот уйти, типа на базу. Да, ну или через ТП просто чуть-чуть спуститься. Ну, в итоге минус Флай. 5-9. Да, не очень хорошая ситуация у нас у спиритов. Габлак понял, что керри у них проседает, а надо что-то делать по карте. И вот смачок. Первый смок у нас. Первый смок и выход на Эша. О, Эш стреет. Да, разгон на него. Связочка. Хорошая связочка, фокус фаер, есть 5 стиков, волной не попадает, трек дает ускорение, ну и здесь подходит. И дальше, Рубик. Дальше можно. Да, Паша не прокует, поэтому Рубик уходит. Хотя просветка для замедления, Always Wanna Fly, через 3 секунды разгон, видит Баунти Хантер прячется. И отличный тосик, ульт Чена, все просели, сюда сейчас можно сделать телепорт кому-то. Да, байбекается Разор, летит сюда уже. Надо всех забирать. Ой, все, как... кто не может телепортнуться. Как сейчас будет больно, а телепортнуться там, походу, не может никто. И все еще и по трекам, здесь куча фрагов. Нажимает телепорт, айсберг. Айсбергу сбивают. Сбивает, медведь просто сбивает, не дает телепортироваться. Тупо сбивает своим сайвиш-эрором телепорты.
Да, и в итоге минус 3, только Spirit Breaker уходит. Отличный спел, Savage Roar, что можно сказать. Раньше у медведя никакого стана не было, кроме как вот корней. Сейчас он может просто подойти вплотную, крикнуть, и ты не сможешь сделать телепорт. Такой тоже небольшой минус. Ну и 1200 голды поднимают. Небольшой минус для его врагов, конечно же, но не для него самого. Само собой. Ну вообще здорово заманили. Ошибка, конечно, лезть вот так вот под тавр без ТП-шек, еще и против Баунти Хантера, который накидал тебя, на тебя трек, и ты вроде бы в лесу, но у тебя всех героев видно, как на ладони. Вот о чем я говорил как раз, эти начальные киллы с Баунти Хантером. Он очень быстро получил 6-й левел, довольно-таки быстро. И вот как раз из-за этих треков сейчас можно набирать какую-то критическую массу, чтобы потом можно было спокойно отбивать эти... пуш, который пойдет на тебя все-таки рано или поздно. Да, тут такой момент действительно будет, несмотря на то, что кажется, что сейчас спирит очень сильно проседает, в какой-то момент они смогут выйти, и против них будет тяжеловато. Но огромное количество АОЕ, так, Spirit Breaker у нас перетягивается. Здесь есть Bounty Hunter, есть также Разор, но недостаточно бурста, чтобы его пробить. Хотя... ну, нет, ну, я думаю, 500 хп-то ему не снимут. А вот подходит еще и Рубик. С Рубиком снимут. Да. Трек. Не, снимут, снимут. Там еще шурикен в спину залетит сейчас. Да, даже без шурикена справились. Ну, нельзя так делать. Надо собираться кулачком уже, потому что вот снизу вот тавр снесли. Нужно... чен какой левел? Чен у нас 6-й. И спокойненько надо будет уходить куда-то. Сейчас может в мидл выйти. Может быть на топ там сместиться. Идут как раз таки в мид, сразу же разбивают смог, могут же этого не ожидать диспрофит, а может быть и на Рошана. Но у Зара не совсем рошановская здесь раскачка, и тем не менее можно за счет большого количества аур, за счет того, что... две ауры, волк висит и на единичку венги. Да, ну нормально, заберут его здесь довольно быстро, плюс соперник не ожидает такой перетяжки, явно очень быстрый. Да, кентавр там помогает. Ну и все, здесь забрали. Медведь, конечно, попытается... ну, сейчас я можешь зачекать, на самом деле, и вынудить прийти, подраться. Так, зачем? Ну да, все-таки успеют забрать. Забрать успеют. Пошел у нас разгон. Такое ощущение, что от Рубика Банша заходит. Ультимейт у нее есть, ульчена. Здесь же Рубик получает ультимейт, но это не самая лучшая цель. Нападение на Виндрейнджер. Виндрейнджер под Виндраном пытается уйти. Плазмофилд разора. Айсберг спасается. Сохраняет Аегис. У Дума огромные проблемы. Он бежит на земле. У Дума огромный мовспид. Собирают все-таки спиритбрейкера. Дум, кажется, уходит. Нет, его догоняет Банша, у которой тоже большой мовспид. Но... на Думе был еще трек, ко всему прочему. Ну, печеньки-то что? Совсем не мальчики для битья. Жесткий отпор дают. Вообще не мальчики. Очень хорошо, конечно, сыграл здесь Рубик. Он на себя вынудил потратить огромную там... ну, Дум как минимум в него залетел. Это уже здорово. Забежал, навел хаос. И два фрага по трекам в размен на Рошана. Сохранили, конечно, Аегис. Можно сейчас будет его использовать как-то, но на 3000 позади. Опять 2 килла. 2 килла опять под треками было. И там появляются просто со скоростью света у печенья. И сейчас самое, конечно, вот опасное, вот этот парень, медведь, у которого есть медасик уже, и который выходит в Радианс, и он довольно-таки близко, 2500. Это 13-я минута, у которого есть медасик, у которого, да, уже 2800 денег. Это страшно, на самом деле. 3-1-4 счет. Это причем, что он оффлейнер. Да, его реально тяжело было забирать с его Savage Roar'ом чертовым, который... изначально несколько раз, ну, вынудил слишком далеко залезть, несколько раз спас жизнь, и он в итоге стоял, фармил. Банша выходит в юл, ну, хороший артефакт для Death Prophet, позволяет ей как раз-таки еще своим ультом надамажить, пока она там кружится в воздухе. А теперь еще можно и сифон использовать, который наносит чистый урон, восстанавливает. Нормально тут восстанавливает, действительно... хорошо, можно им раскидаться. Ну и что, и будут дефить. Отличный момент, есть Аегис, нету части спылов, нету ульта Банши вот как раз таки. И самый лучший момент для того, чтобы выйти в мид. И выходят. Пошел фокус фаер, ведет винга, готова свапать Деспрофит. Но Деспрофит играет аккуратненько. Сзади Баунти Хантер. Ну просто, я так понимаю, отдадут здесь эту вышку. Может быть, заденайте ее, разве что попробует. Нет, слишком много дэмэджа. Тим Спирит очень сильно начало просели, они на самом деле должны вот это были все делать намного-намного раньше. Так, большие проблемы у Баунти Хантера, ульт в него, Баунти Хантера разрывают, но здесь уже Банша, поднимают Зару, Зара первый, свап, Дум, байбекается Баунти Хантер, большие проблемы у Разора, Разора забирают, минус Always Wanna Fly, бежит Баунти Хантер в атаку, для того, чтобы навешать какие-то... а что, дальше-то?
Так, подцепили Чена. Баншап пытается не отпустить Чена. Ульт от Чена. Как же много дэмэджа. Чен в итоге падает. Большу забивает Дум своим Infernal Blade'ом. Продолжается у нас здесь сбиение крипов. Поднимают Верку в воздух, бегут. Очень битый медведь. Медведью залетает стан. Медведя можно забирать. Нужно забирать медведя, но Savage Roar. Хорошо, хорошо, Венга. Хорошо. Венга добивает. Ну вот, трудно сейчас. Они кулачком сейчас пошли. С подхилом Чена пробивать трудно. Если бы это раньше все было, они бы просто катком смяли бы там за 20 минут. Если без фита, без всего. Да, но здесь тяжело уже, но тем не менее, все равно удается выиграть 2700 золота. Все преимущество Cookies теперь улетело в трубу. Bounty Hunter там вообще байбекнулся и зря. Немножко по цепочке заходили, получилось так, Cookies. И, конечно, тяжеловато им было здесь хорошо разменяться. Bounty Hunter подставился. С Лексом на американской доте темку поднимал, что... Ну, очень круто, что у нас появляется много боеспособных команд, не 2-3, как обычно, да, а там у нас уже 5-6 команд есть, и может быть, в ближайшем будущем станем как китайский регион. Типа такой отдельный СНГ будет регион у нас, которому будет отдельно давать, может, инвайты на мейджор. Было бы круто. Да, здесь как раз-таки мы тоже эту тему поднимали вчера, что отличное время для команд, которые еще не зарекомендовали себя. Но все-таки все это команды воспринимаются как миксы сейчас, даже те же Team Spirit, там, несмотря на их отличные результаты, если они сейчас начнут проседать, о них уже там через пару недель никто и не вспомнит. Но как раз-таки момент отличный, пока там большинство команд отдыхает, заявить сейчас о себе, получить какой-то инвайт и дальше уже биться и... Ну, как вот сделали в свое время Monkey Business, которые стали ОГ, выиграли мейджор впоследствии. Собственно, здесь действительно это хорошо. Ну и плюс новый патч. Новый патч, который смотреть, по-моему, еще приятнее, чем предыдущий. Потому что постоянно идет битва. Так, тут Bounty Hunter. Bounty Hunter нашел врага. Видит ВР-ку. Ну, классно, стоит вардом, просто контролирует всех. Понимает, что сейчас будет движение на топ, там под пуш, и моментальный нужен сплит. А Егис закончился? Да, и вот уже медведь пошел. Нет у него теперь. Ну да, Warcry у него остался, Battlecry, который все еще больно бьет вышки. Ну если бы старый медведь был, он бы уже Таур упал давно. Да, ну, у нового медведя свои преимущества. Тем не менее, кстати говоря, Радик у него почти готов. Ну, точнее, Сакрат готов уже. Да, еще... Мишка, не надо до конца танчить так вообще. ХП у него просели на двушечку. Тем Spirit дальше пойдут. И еще одну вышку забрали тем временем в миде. Две на одну поменяли, очень неплохо. Рубик тем временем с барой отменяет на разгон. Зря Рубик украл чарджи в Darkness, лучше все повышал, все-таки оставил, отпушивал бы. Ну да, для Рубика чардж это такой себе спелл, которым можно только проблемы найти. Ну и отдают вторую вышку, в итоге 2 в 2 по товарам размен. В общем-то, более-менее получилось. Линзу делает у нас Деспрофит. Угу. Хочет кастовать очень далеко свои. Ну вот, кстати, вот если с волной это... Ну, с волной это хорошо, понятно. АОЕшная волна, приятно. Но Сифон тоже будет довольно-таки хорошо заходить на большее расстояние. Посмотрим, как будет работать. У нас вообще патч, конечно, располагает к этому большому количеству линз. И медведь. Медведь, который уже дофармил свой Радианс. Несмотря вот на эти две смерти, которые у него есть, на 19-й минуте Радианс готов. Довольно быстро. Это очень круто. С Медасом тем более. А это еще лишние 2000. Да, он будет продолжать еще и разгоняться дальше. И по XP у него чуть побольше. И, в общем-то, он хардлайнер при всем при этом. Ну, теперь вот... Большие проблемы могут быть у команды. Но все-таки медведь с Радиком это очень жесткий и отпуш, и сплитпуш. И вообще сила в драке на такой стадии игры. Банша покупает линзу. Вот теперь такие вот у нее радиусы. Да, поприятнее стал радиус Сифона, действительно. Да и волной можно получше убивать все, что движется. Дэмэджа, конечно, там не супер много, но маленький кулдаун, который, естественно, подрезали немного. Ну, в смысле... Под смог хотят сделать выход. Угу. Хороший может получиться. Сейчас как с Рейзера подождут и пойдут, наверное. Понимает, надо куда-то с Рейзер, ой, не этот, Рейденс реализовать, может как-то в спину зайти, подловить быстренько одного героя, и потом драку 5 на 4 провести, просто будет отлично для них. Как раз на скорости, по трекам, все это будет и идеально. Они все видят абсолютно. И... Только какой-нибудь Зару сейчас, если моментально забрать, ну, конечно, толстенький, у него 18 армора, 1300 хп, но все же. Не торопится, выдерживает позицию. И сейчас будут заходить в спину. Это будет под духами, под сайленсом. Сейчас на всех сайленс положится.
И айсберг улетел на ТП, это очень плохо, отцепляют одного, второго, Дум сейчас тоже получит трек перед смертью, Думы забирают, Чен пытается сделать телепорт, его в итоге отпускают, но это два фрага, да, продают крипов Чена. Это Мидраса. Два фрага и два трека еще. И все крипы Чена. Все здесь, просто все забрали. Да, баунти руну, Рошана нет, ребята его забирали. Смотрим. Ох, не успел посмотреть Fight Recap, но наверняка там очень много золота получили. Конечно, очень неудачно. Но с другой стороны, Зара... Айсберг хорошо, что улетел все-таки, потому что если бы он остался, то, скорее всего, его бы там приняли. Слишком круто зашли в спину. Прям так не ожидали. Габлак. Ну да, если бы у Таура было бы побольше ХП, если бы там буквально они еще секунд там, секунды три простояли бы, тогда бы больше героев забрали. Потому что Сайлс бы на всех положили бы, и там уже никто не убежал. Ой, Бара тратит разгон, и все. И сейчас его тут просто будут принимать. Выходит Разор, не торопится Стив Стайл, понимает, что Тосик тратить раньше времени не нужно. А что, можно потратить, там буквально у него 600 хп, как раз на два нюка. Ну, вообще, да, тут слишком быстро его забрали. Можно было и чуть ли не одному Баунти Хантеру разбираться. В итоге минус Баратрум, и это еще 700 монет в копилку. Трек там уже, наверное, второго левела. Нет, кстати говоря, все еще первый трек. Это дает какие-то надежды. На самом деле, если бы второй трек был, там уже золота слишком много бы получали. Ну и Медведь, который с Радиансом, конечно, фармит. Вот посмотрите на эту скорость. Он просто бегает, и пачка крипов падает за считанные секунды. Так, находит Разора. Ну, вряд ли Разора попытается убить. А вот Баунти Хантера можно, но он уходит на ТП. Нет, можно попытаться. Можно как-то попытаться. Разбег. Вот с парой, да, с ассистом. Разбег от Баратрума. Но Разор с мекой тоже, 17 армора, у него все, все у него круто, и товарищ Лондруид здесь, так что опасно. Ну да, там миссы, и с миссами, конечно, уже пробить будет еще тяжелее, плюс ко всему, ты рискуешь не уйти Флай, тем временем. Флай сейчас цепляют. Да, Флай здесь цепляется, Лондруид своим медведем идет вперед, отправляют Флаю на базу. Как же банша больно, когда по ней начинают стрелять, у него 5 армора, ей надо какую-то, может... Кирасу или Шиву. Банше? Ну, Банше всегда было больно, когда ее били. У него с армором проблемы, с ХП, в общем-то, тоже. Но я думаю, что сейчас она будет набирать. Она взяла себе линзу, чтобы издалека драться. И теперь нужно набирать себе ХП. На самом деле, такую толстую Баншу ее очень тяжко будет новую убить, потому что Спирит Сифон в лейте, он все больше и больше насасывает ХП. Просто нереальные какие-то числа будут. Да, и 4 заряда при этом есть. Там можно успеть развесить очень сурово. Баунти Хантер продолжает бегать, чекать. Находит Вингу. Винги Доминатор. Интересно, какого крипа он взял. Големчика. Просто Рошана пойдет чекать. Очень вовремя, как, кстати говоря. Баунти Хантер все еще дает инфу по Заре. Зара дает ему станчик. Пошел разгон от Спирит Брейкера. Но не надо, да. Понимает Флай, что не нужно этого делать. Слишком много врагов. Вообще против Баунти Хантера всегда нужен ранний гем, потому что он бегает по карте и ставит эти стелс-варды, которые ты не можешь контролировать вообще никак. Поэтому ранний гем всегда полезен против него, чтобы их сбивать. Потому что ты считай как на ладони, когда играешь против Баунти Хантера. Да, ну а уступают немножко игроки спириты, поэтому гем для них непозволительная роскошь такая. С другой стороны, он бы мог и окупиться. Забирают здесь тем временем вот этого големчика, который чекал Рошана, ну и вынуждают как бы спиритов как-то на этого Рошана выходить. Хотя уже с таким медведем сами могут вполне забирать и ничего не бояться. Да, заходим. Минус вар сделаны. Ну такое на самом деле. Вообще сейчас не в позиции, сейчас Стеф Стайл нужно... треков понакидывать, так, особенно рубит. На Дума. Дума контролировать надо. Все спалили. Неужели дадут зайти? Смок разбивается, Банша пошла, Медведь. Плохой Сайлс, очень плохой Сайлс. Им нельзя бежать сейчас туда. Пару. Ой, нельзя. Они сейчас все умрут. Ульт на Разор, Разор по Думам. БКБ Виндрейнджер расстреливает, Бару уже убили, ульт Банши очень неплохо пробивает, Баншу в итоге забирают, остается здесь Разор под Думом, его привязывают, разрывают, Чена также убивают по трекам, остается Айсберга. Медведь, боже мой, Медведь минус. Айсберга и Зару тоже будут забирать. Тут саппорты остались. Два саппорта просто разваливают кабины. Саппорты убили всех, в итоге минус 4, остается только Дум, который убегает, он Файт река по 4 треками. Изменение в опыте в нуле, изменение в золоте 600. И то, это из-за того, что...
как раз, ну, в кокисы в преимуществе были, по нетворсам и так далее. Ну, плюс байбек от банши все-таки. Да, плюс байбек от банши. Кстати говоря, совершенно ненужный байбек, но, видимо, посчитал, что вот-вот оно счастье. Несмотря на то, что, кстати говоря, удалось как-то эту драку растянуть, команде Spirit все равно довольно-таки хорошо себя чувствовали Cookies. У них, для них тоже, если драка растягивается, свои преимущества есть. У них это банша, она успевает полностью реализовать свой ультимейт. И, кстати говоря, еще ни разу она не успела вот именно захилиться духами, которые возвращаются. Это, мне кажется, вообще может решить. Что нужно сделать Cookies прямо сейчас? Все герои возродились, моментально идешь на Рошана, потому что нету крипов у Чена раз, нету Дума 2, ну, ультимейтов многих нету, просто 3, там, на Hand of God тоже кулдаун. Если они сейчас драку с этими ультимейтами выиграли, ну, чуть ли не в салат, там, 4-2, да, то сейчас можно идти спокойно воевать, я не знаю, почему они не хотят этого сделать. Ну, вот, вот идут, видимо, и нету только ультимейта у Банши, у всех остальных все в порядке, Баунти Хантер уже с Лотусорбом. И Думу нужно быть очень аккуратным. Дум, правда, приносит себе кирасу. Ну, посмотрим. Вот он, Мишка. Выходит. Дум с кирасой — это очень хорошо. Банша и так очень непрочная. Сейчас можно... Так, перекастовывает ультимейт медведь. 2000 хп. Ну, не идут. А тем временем в смоках заходят. Могут, кстати говоря, выйти очень неплохо, если сейчас не прочитают. И вообще не в позиции находятся, но... Но убегают. Убегают и... Да, и ушли. Они Рошан сами могут пойти. Идут. Но здесь, опять же, сверху уже есть ульта у Банши. В ответку смог. В ответку. Сейчас Сайленс по 7 положит. Как быстро же забрали его. Сайленс по двум героям только всего-навсего. Бежит отсюда Дум, он под Сайленсом. Выходит из-под Сайленса, дает Дум медведя. Ворует Дум Рубик тут же моментально Назару. Дум очень много дэмэджа. От Банши в итоге медведя забирают тут же у нас Чена. Чен забирает Лундруида. Зара добирает. И Зара тоже будет. Зара тоже умрет. Боже мой, опять какой-то непонятный размен. Но нет, здесь 3 в 1. Гораздо лучший размен, конечно, для Cookies. И то Cookies ошибку совершили. Они могли спокойно драться. Тогда. Раньше могли зайти на этого Рошана и, в принципе, да, подраться. Ну, хотели даже. Они дали открутиться всему. Ну, не знаю, могли без люты башни даже драться. Кстати, Банша действительно купила себе Plate Mail, чтобы побольше арморчика было. Да надо, да к ней приклеивается Wind Ranger, включает Focus Fire на нее, и она... Либо Ghost покупай, либо там, да, армор какой-то. Так, тем временем VR-очка. Несколько опасной позиции VR-очка и... VR-очки, кулдаун, Блэккин Бара. Да, и кажется, здесь это минус Аегис. Минус Аегис-то точно будет. Да, трек, тосик, сайленс, пытается уйти, 5 секунд, ну и сейчас нужно уходить. Блэкенбар ТП нужно. Да, БКБ, но дэмэджа уже очень много наносят и, о боже мой, уходит. На грани фола просто. Просто на грани фола сейчас было. Да, кстати говоря, Спирит Сифон еще и БКБ пробивает, замечательный спелл, замечательный. Сейчас там нормально насифонило и хп. Но в любом случае Аегис выбили. Хорошая игра в очередной раз от Баунти Хантера. И вот теперь можно сказать, что этот Рошан, он точно вышел в минус. Потому что Аегис не реализован. Все плохо. По золоту проигрывают уже 5000. И, ну, сейчас нужно обязательно следующую драку выигрывать. Потому что если проиграть и следующую драку, то по нетворсам все слишком круто будет у Cookies. Ну там моментально за десятку идет. По треками, под этими. Да, треки стали второго левела. Что немаловажно. Кстати, Винга покупает себе потихонечку Аганим. Хочет свой ультимейт новый опробовать. Так, и Рубик. Рубик все еще с Думом. Опасный товарищ с форстафом. Есть у него персиверанс. Интересно, для чего. Может быть, тоже Лотусорб делает. Может быть, Линкин. Ну, скорее всего, так, да, какой-то Линку или Лотусорб. Тут два таких. Вообще, один Лотусорб и одна Линка в команде, это вообще классно. Всегда. Чен может подстрять. Кукисом бы Варди какой-нибудь хороший поставить сейчас бы. Так на мидл какой-нибудь воткнуть бы. Ну, их всех видели. Спириты за счет своего Варда как раз-таки. Ну и просто здесь сейчас будет выход лоб в лоб. Медведь с Гиперстоуном будет забирать тавер очень быстро. Да, пошел Battle Cry. Рубик на форстафе дает Дум. Очень больно в эрке. Ее свапают, ее спасают. Но тут же корни проходят на Зару. Спирит Сифон. Зара. Мека. Зара. Хил Чена. Да, все потрачено. Это все потратили не для драки, а чтобы защитить свою керри только. Чем драться-то теперь? Ясно. Хилов нету, сейчас приседать будет. Дум наверху забирает тауэр.
Но с Баншой... Я не знаю, что они дальше не продолжат бить. Под духами бы очень быстро сейчас забрал. Че, испугался? Один Дум, бил Таур. Такое. Ну, не стали идти дальше. Боялись, что там... Какие-то ответные спылы им влетят, закончится ульт Банши. Ну, когда как-то очень сейвово куки сыграют, такое ощущение, что на них немножко все-таки давит то, что они здесь аутсайдеры. И вот они чувствуют, что победа уже близка, и не хотят ее упустить вообще никакой ценой. Ну, тут такое, победа... Ну, у них все неплохо, скажем так. Все-таки объективно для 30-й минуты, ну, немного неожиданно складывается матч. Я-то думал, что у них все лучше, но Team Spirit, у них есть чем подраться. И при хорошем исполнении они могут драки выиграть. Чен, кстати говоря, почти зафармил Аганим. И вот это будет существенное усиление. Аганим на Винге, Аганим на Чене. Дракона будет брать с болтом? Я думаю, да, он очень хорош. Но он не только с болтом, он еще с аурой плюс 3 армора по всем. Это да. Которые еще можно застакать с другой, такой же аурой. Ну и, в принципе, для Венги, конечно, этого очень много. Она там практически становится неубиваемой. Плюс ко всему, здесь же ульт деспрофит физический урон. И вот этот вот плюс армор по всем, он заходит слишком хорошо против нее. Да, плюс Дум. Очень крутые артефакты собрал у нас на армор. У него есть и Владимир, есть и Кираса, и сейчас еще и Шилл собирает третьим. Дум вообще будет непробиваемый. Супер армированный Дум, да, у него плюс 30 армора. Это без еще без ауры там ченовских крипов каких-то. Может быть еще больше. Да, Аквилла же еще в команде есть. Тоже арморчик дает. Аквилла и еще можно какого-нибудь Огра взять в Винге. Ну а Винга пока что взяла на скорость бега Сатира. Кирас появляется тем временем у Лондруида, ну, хоть как-то они нейтрализовали наличие вражеской Кирасы. Лондруид по-прежнему топ-1 по нетворсу, у него очень много денег, конечно. У него там и Радианс, и Мидас, и Кираса. И это только для него начало, потому что можно еще собирать и в Мишку много всего, и в Героя. Да, 12 слотов никто не отменял. Так, ну а Банша почти завершила свою Шиву, у нее уже есть рецептик. Да, это Шива с Гард. Дофармливает себе потихонечку Mystic Staff. И тоже будет тяжелее ее пробить хотя бы как-то, потому что Windranger пока что слишком много дэмэджа наносит. Да, буквально там 100 голды, вот уже курьер полетел в секретный магазин. Так, и чья-то Яша еще. Яша Разора, видимо, да? Да, так и есть. Разор купился Яшу. Аганим покупает Чен. И сразу на Ancient'ов бежит, уже бежит на Ancient'ов. Так, а что у нас там? Громозавр. Ну, Громозавр тоже хорош. У него супер боевые ауры. Да. Ну да, дополнительная скорость атаки, учение урона 15% как раз таки еще. И что там еще у нас? Слэм. Френзи, которые можно кидать теперь на других. И на самом деле работает он, конечно, очень жестко. Дополнительная скорость атаки 75. На союзных существ. Насколько я понимаю, на героев тоже можно кидать. Должно быть. Во всяком случае. В любом случае, жестко. И голем. Голем, который дает еще и 12% хп. Пошел спиритбрейкер, его видели. Спиритбрейкер отменяет разгон. Ну и Стив Стайл здесь тоже уходит. Дает ему трек на прощание. Вингак покупает Аганим. Да, теперь будет у нас Винга бессмертная фактически. Ну как бессмертная, будет у нее иллюзия, с которой тоже нужно будет потом считаться. А учитывая, насколько Винга прочная, эту иллюзию убить будет крайне тяжело. Смачок, мы показывают путь какой через магазин, чтобы в спину заходить. Посмотрим, как они реализуют. Так, идут в спину, видят Дума. Медведь вроде как сломал тавер, и только сейчас должны перетягиваться. Могут, кстати, успеть поймать очень неожиданно, потому что бегут быстро. Банша здесь со своим бешеным спидом. Я думаю, уже видели Дума, наверное. Да, вот, Айсберга. Ой, Айсберг. Бежит за ним вся команда. Разор, Банша, конечно, очень быстрые. Айсбергу нужно валить отсюда. Может быть, даже через БКБ делать тэп-аут. Дает шеку. Через блокинвар, конечно, он не уйдет. Уже тебе надо... А, у него кулдаун, телепорт. У него 10 секунд. Какой косяк. Да, это... Виндран потрачен и просто халявный килл. Это тупо из-за того, что не было телепорта. Да, можно было взять, конечно, БКБ, но толку от этого было бы никакого, если у тебя кулдаун на ДП, никуда ты с той ситуации не уходишь. Тем временем Флай еще и цепляет Банша, Спирит Сифоном продолжает сифонить ХП. Как же много она высифонивает, сейчас может забрать его. Да, он умирает, сейчас Шиву завязает просто. Минус 2. Ну, Банша хорошо сыграла здесь. И что у нас по байбекам? То Флай-то нет байбека?
Оп-оп-оп. Сейчас могут на рампу заходить. Духи есть, все есть. Опасно очень. Да, заходят. 25 секунд оффлайн. У ВРК есть байбек. Критический момент может выкопиться. Но я думаю, надо отдать мидл. Надо отдать мидл, потому что дефить нечем. Ну, собственно говоря, отдают. Отдают. Разменять его. Ну да, мидл заберут, и надо отойти просто топ задефить печеньем. Ну и все, и уходят. Просто на пустом месте. Ну, да, бывает, что здесь сказать. Бывает, не у всех проходит. Проходит не у всех. Смог да, ответный. Смог ответный, это шанс, да, ребята, я в курсе, что у меня что-то опять взбесился микрофон. Ну ладно уж, давайте после этой карты это все будем. Да, править. Вроде тебя нормально слышно, тебя периодически ты тише становишься. Да, и да, он громче. У меня из-за он этого? Почему-то хочет у меня сам все регулировать, хотя вроде все отключено, но бывает такое. У тебя, может, автоматические настройки стоят в скайпе каком-то. Ну вот, они вроде выключены, но по факту включены. В общем, Point Booster покупает себе Рубик, это для Аганима, для будущего. Тут есть что поворовать. Так, и нападение на... А, понятно, на медведя. И 300 голды уходит в копилку Виндранки. Ну, два раза так вот медведя убить, это всегда есть такая опция. То есть в нем огромное количество золота, как мы видим, в нем кераса, в нем почти МКБ, Медас, Радианс, куча всего. И... Да, причем медведь быстро умирает. Ты столько итемов теряешь сразу. Да, и ты теряешь все эти итемы, иногда даже медведи в себя перекладывают, чтобы, ну, как бы не потерять какие-то аурные девайсы. Хорошо, чики нам контролят. Спалили. Спалили, что на Рошане все, но в то же время Рошан появляется прям в последнюю вообще какую-то секунду из возможной, при этом еще нужно как-то на миде дефить. Конечно, вообще неожиданный результат этого матча пока что, то, что вот такой вот бой будет навязывать. Не знаю уж, в чем там причина, так отсутствие Рамзеса сказалось. И Курьера забирают Рэдиантов, который что-то здесь сделал, вообще непонятно что. Он, видимо, хотел прилететь, купить себе какой-то, ну, я не знаю, Дейдалус или что-то. Ну, там Дейдалус был уже, он летел. Он летел с Дейдалусом, просто умер на меди от крипов. А, от крипов. Он вот так вот летел, а здесь крипы были вражеские на меди. И они его подзабрили. Нападение, Сайланс, заходит Банша, заходит Разор, всех бьют, Разор получает ультимейт, привязывает Деспрофит, шанс ее убить, она поднимает себя в Юл, конечно. Винга уже упала вместе с Ченом, Деспрофит нужно забрать, ее все-таки удается запилить. Но медведь остается в живых. Разор под думом продолжает наяривать. Дум заканчивается. В итоге медведя почти забирает медведь дума. Но дум выживает. Дум минусует медведя. Его нету. Призвать нового нельзя еще некоторое время. Однако здесь, по-моему, слишком много всего. Байбек от Вары. Выходит Виндрейнджер. Банша после байбека возвращается. Спирит Сифон на одного. Замедляют на Айсберга. Минус Айсберг. Ну, я думаю, что это ГГ сейчас напишет. Это ГГ и еще... Пока Team Spirit пытаются убить коров, суппорты там очень много дэмэджа выдают на самом деле. Вот если посмотреть, ну, 1700-3000 на двоих они нормально выдают, ну, и сколько они скиллов ладно, воруют. Bounty Hunter, который, в общем-то, тосиками там своими и критами бьет, но Рубик, то что да, еще они Lotus Orb постоянно раскидывают. Если ты суппортов быстро не убиваешь, как-то... Ну такое. Обычно да. Суппорты вырезаешь быстро, и сейчас и драку потом каетишь. Не удается быстро сломать, только потому что нет медведя, но вот он появляется, и оцените скорость падения бараков после того, как медведь вышел. Байбек есть у Дума. Но сейчас пойдет на топ, и Думу придется выкупаться. Скорее всего. Нет, да, еще будут, наверное, тянуть время. Зара, как неудачно, зачем ты вплотную подошел и кинул стан еще? Что ты делаешь? Да, минус Зара, Зара брат. Иллюзия, но иллюзию сейчас тоже быстро довольно минусанут. Плотная, все, конечно, минус. Иллюзия, но... Байбек есть, ну надо, 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 в Заре байбек точно, ну падает. Они, ну, мне кажется, просто сдались уже. Ну, да. Поздно байбекнулся, ну у тебя... Ты, короче, недоволен игрой Зары в этом матче, как я понял. Да не то, что недоволен, ну как-то у него она не пошла игра. Он неплохо играет сам, я видел. О, парень умеет играть в эту игру, но ну, что-то у него... Что именно в этом матче? Ну да,
что он с легкой вынес мало, ему там тяжко было. Потом много раз отмечали, что он подставляется. Ну, как-то вот здесь ты не зашел. Твое волнение, может быть. Волнение, может быть. За самих Team Spirit же все-таки играет, а не конечно. За кого. Ну, я не знаю, как тут мега-крипы, отбивать их особо нечем. Винга так себе кэрри для того, чтобы их отбивать. У Верки не те совершенно слоты. Ей сейчас прилетит Дейдалус. Бара тоже не боец с мега-крипами. Ну, они просто идут по миду, мол, финальная атака. Ну, тут вообще никак не выкупится. У трех героев есть байбек у кукисов. Это у двух коров, а основных коров. У Рейзера, у Андроида, еще плюс Баунти Хантер. А медведи еще и пушат. У нас нету банши нету, да, она выкупалась недавно совсем на Рошане, и нету у Рубика просто тупо денег нету. Но в драке по треками можешь набрать, и тоже байбек появится. Да. Мне кажется, медведь в такой ситуации может себе какой-нибудь аганим купить и просто побежать. Он же еще работает, этот аганим. Короче, что нужно делать кукисам? Вот на этом тауре не драться, а на следующем тауре просто начать откидываться. Откидываться, и тогда мега-крипы, которые сейчас подходят к базе, они просто сидят. Просто откидываться, даже не подставляться, просто время тянуть. Да, вот, откидываются, но свап неплохой на Разора, он под Лотусорбом. Под Лотусорбом пытаются развалить, падает спиритбрейкер. Ну, здесь уже видно по хелфбарам, что разваливается команда Spirit. Да, ГГ. Вот тебе про что и говорил, что коэффициент 4, денежку можно поднимать. Ну, это на пока ставочках. Что первая игра, но. А я тебе говорю на игру, на карту можно ставить. На самом деле, еще не факт, что и вся карта так не произойдет, но тем не менее, в первой игре, конечно, кукис не просто выиграли, они прям по делу смотрелись очень сильно и хорошо. Да, ну что ж, 1-0 в пользу вот этого шведского микса. Мы с вами уходим на небольшой перерыв и вернемся ко второй игре. Будем смотреть, смогут ли спириты взять реванш.